говорить о гарантии, о них гарантии, которые предоставляет наша компания. Почему гарантия разделяется на этапы месяц, 6 месяцев и 12 месяцев? Что такое программа защиты покупателей нашей компании и каким образом происходит гарантия? Что такое гарантийный случай, что такое негарантийный случай? Итак, начнем сначала с сроков гарантии. Сроки гарантии это зависит от того, какие законы. Например, законы Украины, гарантийный срок 12 месяцев. Но, к сожалению, законодательство Китая, с которым мы работаем, гарантийные сроки 6 месяцев. И из-за этого есть некоторая несостыковка. Поэтому завод предоставляет нам гарантию на 6 месяцев. Естественно, мы клиентам даем гарантию на 6 месяцев. Но если у вас будет желание получить 12 месяцев, вы можете просто приобрести дополнительную гарантию. Такая практика есть и в Китае, и мы же ее используем. Но мы считаем, что 6 месяцев головой хватит для гарантии. Вообще, в принципе, учитывая, если вы послушаете, что является гарантийным, а что является негарантийным случаем. Так, что касается месяца гарантии. Месяц гарантии – это гарантию, которую мы даем от себя. К примеру, если вы покупаете на фабрике, либо покупаете на каком-то торговом центре, в магазине большом, Фокстрот, Эльдорадо и так далее, на самом деле там утрируют. Вам дают гарантию всего лишь 14 дней. Если через 14 дней вы обратитесь туда, вас отправят в сервисный центр. Мы же даем от себя один месяц реальной гарантии. Кроме того, для нас принципиально дать реальную гарантию человеку, а не пообещать ему там 10 лет гарантии, при этом просто ее не выполнять. Есть определенные условия. Что же касается послегарантийных случаев. Мы прекрасно помогаем клиентам и ремонтируем по самым доступным ценам именно тем клиентам, которые купили у нас телефон. Для этого и существует сервис обслуживания в нашем интернет-магазине. Перейдем к программе защиты покупателей. Существует специальная программа защиты покупателей. Покупая у нас на Prom.ua, Beagle.ua либо Ukra, вы получаете защиту данной системы на 3000 гривен. То есть, если вы покупаете товар даже по предоплате, допустим, хотя вы можете покупать при получении, это тоже является нормальным, вы получаете защиту от Prom.ua, не от нас, а от Prom.ua. Что это означает? Вы купили товарчик, если что-то произошло не так, то вы можете обратиться на Prom.ua. Соответственно, все компании, которые зарегистрированы в Prom.ua, либо Beagle.ua, они проверенные, они являются частными предпринимателями, и они не заинтересованы в каких-то там мошеннических действиях. Соответственно, мы подписали договор на данную систему защиты покупателей с определенными взносами, страховать наших клиентов, других клиентов, чтобы они были уверены в том, что все происходит абсолютно законно и правильно. Дальше. Что же такое гарантия в принципе? Здесь вот у нас в этом разделе очень подробно все описано. Итак, существует несколько вопросов, которые происходят. Процедура гарантии на телефон. Мы рассматриваем только на телефон. Что имеется в виду обмен и возврат? Нужно изучить правильно закон. Гарантийные обязательства полностью выполняются по закону. И они защищают не только покупателя, но и продавца от недобросовестных, естественно, покупателей. Так, любая продукция в нашем интернет-магазине имеет гарантию. Согласно закону о защите прав потребителей, вот как он звучит. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, якого він був придбаний. Якщо товар не задовільнив його за формою, габаритами, фасонами, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі. Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався, зверніть увагу, він не використовувався. І якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачами разом з проданим товаром. Дивіться, вот почему у нас и написано, что невозможно вернуть товар,
если на нем уже есть царапины, сколы, потертости, то есть он использовался, а в законе написано «не використовывался». Программное обеспечение, которое изменялось, то есть было обновление, в том числе и обновление по Wi-Fi. А так как обновление по Wi-Fi нужно делать сначала бэкап, а потом обновлять, но многие, к сожалению, этого не делают, а они без бэкапа это делают, возникают проблемы. И на счетчике телефона не более 15 минут разговора. Есть определенные коды, при входе которых видно, сколько работал телефон. Естественно, тут есть правило. Должен быть полный комплект, целостность, все компоненты упаковки, ярлыки и заводская маркировка. Вот в каких случаях вы можете вернуть товар. То есть вы купили товар на подарок, но им не пользовались. Тот, кто получил подарок, ему не понравился цвет. Ему подарили два таких телефона, три телефона. Да, действительно, вы можете вернуть без проблем этот телефон. Наш специалист посмотрит на него. Если все нормально, видно, что они не пользовались, этот телефон новый, он принимается на обмен. Либо на возврат денег. Хотя закон четко говорит на обмен. Но мы идем навстречу клиентам, возвращаем деньги. Хотя по закону, опять же, я хочу сказать, что идет речь только об обмене. Итак, если вы купили продукт в подарок, и он не потребовался, то мы вернем деньги после получения заключения сервисного центра. У нас собственный сервисный центр. То есть, если же, конечно, мы видим, что там есть следы эксплуатации, но вы настаиваете, что телефоном не пользовались, то нужно бы заключение авторизованного сервисного центра. То есть, независимо. Если продукция не понравилась, но эксплуатировалась. Вы купили телефон, пользовались им там 7 дней, но он вам не понравился. Мы, конечно, такой товар не примем, так как не торгуем БУ техникой под видом новой. Единственное, что действительно у нас есть инкассо, то есть мы принимаем на продажу на аукционы телефоны БУ, это уже будет БУ телефон, и он будет оценен нашим специалистом. То есть, если он не використовывается. Если телефон не исправен в течение 14 дней, что произошло? Мы продали вам целый телефон, вы его получили, проверили, все нормально, но что-то перестало работать. То вы не можете просто прийти и вернуть деньги за товар. Мы должны его принять уже по гарантии. И здесь уже идет чисто обмен на другой телефон, либо определение причины неисправности. Если причина неисправности в заводском браке, мы обязаны вам поменять на такой же телефон, либо поменять на аналогичный, который есть у нас в интернет-магазине. Но, к сожалению, просто произвести возврат денег это невозможно согласно закону Украины. Дальше. Выводы. Если продукция действительно новая, и это подтверждено авторизованным центром, деньги возвращаются, либо меняются на другое, это понятно. Дальше. Я имею право заменить товар или получить денежные средства, уплаченные за товар при явлении недостатка в работе товара. Текст закона. Право споживача у выпадку придбания товару належної якості. То есть есть два варианта. Належна якость и неналежна. Вот у выпадку придбания неналежної якості. Если вы приобрели товар и в течение карантинного срока товар оказался с браком, и это действительно подтверждено, то вы имеете право, згідно закону, вимагати перше, пропорційно зменшення ціни. Друге, безкоштовне усунення недоліків товару. В этом и лежит гарантийное обслуживание, бесплатное обслуживание. Відшкодування витрат на усунення недоліків товару. Если вы, например, купили телефон и в течение определенного там срока перестал работать динамик, то вы можете потребовать відшкодування замены этого динамика. Либо его отправить нам на замену. Вот здесь.